Зачарованный мир, чегемские водопады зимой, Эльбрус на рассвете. На этих снимках работы участников российского конкурса «Берега». Необъятные просторы нашей страны в рамках творческого состязания фотографы запечатлевают уже 5 лет. За это время в конкурсе приняли участие более 200 клубов из различных регионов России. Лучшие фотохудожники из фотоклубов страны представляют на этот конкурс свои работы. А поскольку рязанский наш фотохудожник Николай Середа – это один из организаторов выставки, то мы здесь, в Рязани, имеем доступ к самым лучшим этим работам. Более того, на наши внутренние выставки мы можем даже отбирать лучшие из лучших. Вот эта выставка у нас сборная, называется «В объективе Россия». И, сами понимаете, она приурочена у нас в том числе к Дню России. Вот, Дню России, и здесь можно увидеть самые-самые разные уголки нашей страны, причем от северных наших окраин от глубокого Заполярья до южных территорий, вот и Крым здесь у нас. Выставка буквально телепортирует зрителя в самые завораживающие места России. Кстати, на основе экспозиции сотрудники музея регулярно организуют викторины для детей, которые проверяют знания и расширяют кругозор юных путешественников. Многие уже успели посетить данную выставку, полюбоваться красотами нашей Родины и профессиональным исполнением фоторабот. Также мы проводим, уже успели провести, точнее, занятия, экскурсии по выставке. Занятия состоят из нескольких этапов. Вначале деткам рассказывается о тех или иных уголках нашей страны. Затем в другом зале мы уже проводим викторину на основе тех знаний, которые они получили во время экскурсии. Дети вспоминают, какое же самое глубокое, например, у нас озеро в России, какая самая высокая гора у нас в России. И все это дает им возможность проявить интерес к истории, географии нашей великой страны. «Берега» – единственный в России фотоконкурс, где в мастерстве соревнуются не отдельные фотографы, а команды отечественных фотоколлективов. Так, победители определяют по количеству работ, прошедших от клуба на итоговую выставку конкурса. Как и в других командных соревнованиях, здесь медали на конкурсе получают все фотографы, которые привели свой клуб к победе. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».